Здравствуйте, телезрители и гости моего канала. Сегодня я хотел бы представить вам вот такую очень старую и красивую монетку. Заказал ее через Royal Mint. Вот так вот приходят монетки через Royal Mint. Если вы смотрели мои предыдущие видео, у меня была одна похожая монетка, только она была серебряная, Римской империи. И это медная монетка, тоже с Рима. Вот такой вот сертификат. Обычно эти монеты не вскрываются. Вот здесь вот есть такая лента, чтобы их вскрывать. Но я сегодня ее вскрою, чтобы показать ее поближе, чтобы вы все увидели все небольшие детали. Сейчас, одну секундочку, я ее вскрою. И мы начнем наш такой небольшой обзор этой монеты. Ну, итак, смотрите. Сейчас у нас фокусируется. Вот эта небольшая монетка. Как я уже сказал, это медная монетка. Весит она всего лишь 2,5 грамма. Вот это передняя часть. На передней части мы видим изображение Ром. Есть такой покровитель Рима. Вот его фотография. Эта монета была отчеканена во время императора Константина, примерно где-то в 300-350-х годах до нашей эры. Очень-очень старая монетка. На задней части мы сейчас увидим, у нас представлена вот такая вот волчица, которая вскармливает двух братьев-близнецов, Ромула и Рема. Эти два брата-близнеца, они считаются основателями Рима. Есть такая легенда, что волчица выкормила этих двух близнецов, и один из них стал основателем Рима. Вот такая вот красавица. Как я уже сказал, эта монета очень старая. Я ее купил на Royal Mint. Цена на эту монету на сегодняшний день 100 фунтов. Это в пределах 150 долларов американских. 140-150. Ну, может кто-то скажет, что это очень дорого. Ну, у нас такие цены. Я обычно заказываю почти все мои монеты через Royal Mint, так как я уверен в подлинности этой монеты. Я могу такую же самую монету, может, купить на eBay намного дешевле. Но подлинность этой монеты ничем не будет подтверждена. Когда вы покупаете через Royal Mint такие монеты, если они запакованы, вы можете в любое время вернуть эти монеты. И Royal Mint вам заплатит ту цену, за которую вы у них купили. Вот такая вот красавичка. Мы видим надписи. Ну, надписи непонятно. Только вот с лицевой стороны здесь есть надпись, где можно увидеть, что написано «Рома». Как я уже сказал, это покровитель Рима. Вот такой вот небольшой, кратенький обзор этой монетки. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставим класс, подписываемся на мой канал. Большое спасибо и до свидания.